Всем привет! Вышли с детками погулять. Давно не выходило видео на моем канале. Хочется поговорить об изменениях, потому что видео не выходили, а подписчики подписываются. Очень интересно узнать, на какие видео вы подписываетесь, потому что видео разносортное у нас. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я вам буду очень благодарна. Так вот, пока что, я думаю, буду придерживаться такого формата, может быть, что-то типа влогового, но с вставочками какой-то полезной информации. Вот, давайте так, сегодня расскажу вам, как очистить каменную раковину, керамогранитную, мой лайфхак, так скажем. Думаю, кому-то это пригодится информация, потому что многие мучаются, не знают, как оттереть. Вот. Всем привет! В этом видео я хочу рассказать, как отмыть керамогранитную раковину. Специально не мыл ее очень долго, чтобы вот были такие застарелые, грязные, пригрязные пятна, как вы видите. И расскажу секретик, чем я чищу такую раковину. Та-дам! Вот такое средство для очистки труб. Продается в магазине Fix Price. Все время беру это средство. И вот так однажды, совершенно случайно, заливая средство в трубы, да, для профилактики, мы заметили такую закономерность. То есть, сейчас я так налью, и посмотрите, что происходит. То есть, растекается гель, да, и заметно, очень сильно заметно становится, что там, где гель налит, посмотрите, да, вот прям сильно заметна разница, что здесь светлеет прям поверхность капитально. Капитально светлеет поверхность. Берем только обязательно в перчатках, потому что это такое едкое химическое средство. Все это дело размазываем по всей поверхности раковины, то есть все стеночки, вот это вот все от кастрюлек остается, то что все промазываем, и здесь, и везде промазываем и оставляем, ну, минут на 5-10 буквально. Вот идем гуляем с детками, ходили с маленьким на массаж до больницы пешочком, вот сейчас гуляем, развлекаемся. Сонь, помаши ручкой. Сонь! Помаши ручкой. Скажи привет всем. Привет всем. Вот Соня то на метле летит, то подметает дорожки. В общем, весело у нас. Жарко, расстегнулись все. Очень хорошая погода. Как будто лето, да, Сонь? Угу. В общем, так вот. И потом, соответственно, мы все это дело смываем водой. И, конечно, это средство не предназначено для раковины, поэтому я еще после этого промываю просто со средством для мытья посуды всю поверхность. Ну, на всякий случай, в горячей водичке. Вот. Вот промыли мы с моющим средством для мытья посуды. И на выходе вот что мы получаем. Раковина реально как новая. Вот она у нас такая бежевая, с черненькими вкраплениями. Фурнитура, кстати, металлическая, не портится от этого средства, потому что некоторые средства не подходят для металлических поверхностей. Здесь вот совершенно чистая раковина, как вы можете заметить. И вот, да, вот такое чудо-средство, совершенно случайно, для себя, в общем-то, я открыла. Я надеюсь, кому-то это поможет справиться с сложными загрязнениями на керамогранитных раковинах. И надеюсь, что это видео вам было полезно. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! И на этом все. Со всеми попрощаемся. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть.